Вениамин Кондратьев встретился с самым известным кубанским предпринимателем. Несмотря на протокольный формат, диалог проходил в непринужденной обстановке. Галицкий также заявил, что займется реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Не против он реализовать ряд социальных проектов, но только после того, как завершится сделка по продаже бизнесменам акций «Магнита». Диалог сегодняшний, который сейчас мы с вами ведем, я не хотел бы вести в прошедшем времени. Я хотел бы вести в времени настоящем, а времени будущем. Потому что сегодня жителям нашего края, краснодарцам, важно понимать, что будет сегодня и что особенно будет завтра. Очень показательно, что вы те проекты, которые уже еще раз перечислили, это и стадион, парк, футбольный клуб «Краснодар», футбольная школа «Аврора». Вы интересуетесь очень активно сегодня проблемами Краснодара. Я уверен, вашим начинаниям, вашим идеям ничего не мешает дальше притворяться в жизнь. Мы вместе сможем сделать и Краснодар, и наш Краснодарский край еще более процветающим и комфортным для жизни. Иванович, я буду жить в городе, я буду стараться приносить пользу. Это очень интенсивное время в моей жизни было. И я хочу остаться частным гражданином. Я хочу, как бы, чтобы ко мне не привлекало столько внимания, сколько привлекает. Я как физическое лицо специально продавал бумаги для того, чтобы 17 миллиардов попали в городской и в краевой бюджет. Я считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы дальше и меняли среду. Да. Что касается футбола. В этом году в городе я планирую еще 2 манежа построить. Мы хотим наращивать количество детей, которые мы в Краснодаре будем принимать в школу. Что касается парка, мы сейчас уже заканчиваем работы по переносу цветочного рынка. И мы первую и третью очередь парка сделаем. Надеюсь, что она будет не менее красивая, чем первые две. Мы будем стараться, чтобы это было сделано. Что касается «Авроры», и для меня это большая гордость. И не нагрузка совсем, а гордость сделать визитную карточку для города. Вениамину Кондратьеву Сергей Галицкий рассказал, что пока хочет немного отдохнуть от бизнеса и сосредоточиться на развитии футбола. Тем более, что во время чемпионата мира в Краснодаре будет жить одна из сильнейших сборных. Вы знаете, все-таки еще у нас высокая ответственность. Одна из ведущих сборных мировых будет жить у нас на школе. Это сборная Испании. Для нас очень важно, чтобы провести это на высоком уровне, потому что для наших детей, когда они увидят этих звезд Испании в Краснодаре, для них это очень сильный стимул будет для того, чтобы в будущем развиваться. И, конечно, мы сейчас вот этим поглощены, чтобы качественно принять сборную Испании и чтобы они потом, уезжая из Краснодара, сохранили добрые впечатления о городе, о жителях, о нас, о том, как мы их принимали. Глава региона поблагодарил Сергея Галицкого за его неравнодушное отношение к краевой столице. Именно такие люди, по мнению Вениамина Кондратьева, помогают всему региону двигаться вперед. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.